И всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, у микрофона Супер Той Фредди, и сегодня я вам расскажу, как вызвать Shadow Freddy FNAF 2. Да, ребята, многие знают, что это редкий момент, и увидеть его могут мало процентов людей во FNAF, поэтому в этом видео я вам расскажу, как вызвать Shadow Freddy во FNAF 2, поэтому присаживайтесь поудобнее, если вы новенький, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ну а мы начинаем, поехали! Ну вот, например, у вас должна быть, ну там ночь, например, я не знаю, 4-я, 5-я или 6-я. Если у вас 7-я ночь, 7-ю ночь можете не заходить, так как там, ну там не работают 8-я и 9-я камера, где именно 9-я камера с анатониматроников, а 8-я камера, где там и появляется Shadow Freddy, где и old аниматроники. Но лучше зайти в 6-ю ночь, 5-ю или 4-ю. Там больше шансов увидеть его. Теперь, когда вы зашли в любую ночь, ну там в 4-ю, 5-ю или 6-ю, ну да, то смотрите, сразу же открываем камеру, заводим марионетку, потому что, да, кроме марионетки, вот. Вы заходите на 8-ю камеру и постоянно проверяете 8-ю камеру, также следите за Фокси, иначе он может вас заскримить тоже, да. Поэтому постоянно проверяйте 8-ю камеру, да. Если там, ну, если там никого нет, ну, там, то есть нет никаких, там все, нету аниматроников, Фокси нету, Фредди нету, Чики нет, ну, там и так далее. То есть их нету там, то где, вот где-то должен Shadow Freddy появиться. Ну, он может и не появиться, но, ребят, я когда видел, там никого не было, ну, я думаю, ну, да, никого нет. Но потом я посмотрел, то, что мне реально выпал Shadow Freddy, поэтому я, ребят, просто офигел, поэтому, да. Просто сильно следите за 8-ю камерой, заводите шкатулку, и все будет ок. И также не забывайте следить за Фокси, ребят, да. Не забывайте это делать, поэтому просто почаще следите за 8-ю камерой. Ну, если там никого не будет, ну и шансов, если будете много следить, и не будет old аниматроников, то есть все не будут на вас попадать, то вы еще можете увидеть такой небольшой редкий момент с Фокси, и стоит на 8-ю камере. Ну, вряд ли, конечно, такой уж редкий он, но да, мне кажется, что он... Ну, я не знаю, ребят, если честно. Но так вы, если Фокси уйдет и все аниматроники уйдут, вы с шансом можете увидеть Shadow Freddy. Да, ребят, я на вас надеюсь и думаю, что вы сможете его найти. Вот, ребят, поэтому давайте я вам сейчас покажу тутор, как вызвать Shadow Freddy во FNAF 2. Я вам покажу тутор, как это сделать. Ну, а вы не забывайте ставить лайки и подписываться. Ну что, смотрите тутор.
такой у нас сегодня получился ролик. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Кэсси Дэс про Той Фредди. Надеюсь, кому-то помог. Всем пока!